Около 6 тысяч школьников Чувашии приняли участие в пригласительном этапе Всероссийской олимпиады по приоритетным направлениям стратегического развития страны. Она проводилась дистанционно на платформе «Сириус онлайн» образовательного центра «Сириус». Математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия. Пригласительный этап олимпиады прошел по приоритетным дисциплинам. 400 тысяч школьников со всей страны решали олимпиадные задачи, особо сложные разбирали с ведущими педагогами. Организаторы отметили самые активные регионы, в их числе и Чувашская республика. По итогам пригласительного этапа олимпиады школьники с самыми лучшими результатами станут участниками очных программ образовательного центра «Сириус» и Центра одаренных детей и молодежи «Эдкер» Минобразования Чувашии.